whoa, 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 yeah, we are in the place to be. Yeah, 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 yeah. На канале «Классная рыбалка» с Алексом. Мы сейчас выбрались под чудный город Днепр. Река. Приехали на реку. Как она называется? Самара. Ребят, мы приехали на реку Самара. Сейчас мы находимся в ее разливах. Вот чудный вид на трубу. Другие все места были заняты. Мы уже немножко опоздали со временем приезда. Сейчас суббота, то есть выходной день. И приехали ориентировочно где-то в 9:20-9:30. Естественно, что все перспективные места уже там заняты рыбаками. Поэтому ходим, смотрим. День добрый. Как карасик клюет? Пару да, и все, да? Я такой красный. А, я понял. Ну, мы тоже попробуем. В общем, все перспективные места заняты рыбаками. Такие, более-менее. Ну, нашли, одно хорошее нашли. Недалеко, правда, от дороги единственный минус. То есть, это метров 100. А может, плюс. Разрядим аккумулятор ближе идти искать на людей с машинами. Ну, в общем, сейчас обойдем, посмотрим, что здесь, какие здесь места. Сделаем небольшой обзорчик. Что, у меня есть сомнения, что мы туда пройдем? Ну, вот такое. И половим здесь карасика. Напоминаю, мы едем сейчас на Азовское море ловить сентябрьского пеленгаса. Ну, так как сентябрь не наступил, а сегодня 31 число августа, то это еще рановато. А вот завтра, 1 числа, будет самый раз половить пеленгаса где-нибудь
Федотова коса, остров Берючий, Арабатская стрелка, ну куда-то туда. Еще четко не определили, четко не понимаем, где будем ловить. Ну, съездим, посмотрим там, какие места будут наиболее перспективные, там и будем ловить. Поэтому, если вы еще не подписались на мой канал, подписывайтесь. Если подписались, не забывайте поставить колокольчик, чтобы ловить уведомления, то есть о последних видео. Ну, как бы так. Понравится видос, нажми лайк. Не понравится, жми дизлайк, там пиши, что не так. Как бы так. Смотрим. Штуки. Ой, мало. Как-то так. А на что ловили? На перловку. Ага. То мы тут первый раз решили заехать посмотреть. О, можно карасика? Попробуйте. А, ну, ладошечный такой нормальный. Ну, если бы десяток хоть у нас сковородку так был. Хотя бы десяток было бы в самый раз. А на мастырку такое или вы не пробовали? Не, не пробовали. Ага. А что тут по глубине? То есть... Здесь. Глубоко, да? Я, честно говоря, я подъехал, у меня такое впечатление, что тут жабе по колено будет. Ну, здесь, ну, метра два, а там метра четыре. О-о-о, вот так вот. Так это серьезная глубина. Я, честно говоря, думал, разлив тут будет, я же говорю, жабе по колено. Здесь зебсаря гулял. Ага. Вот почему вот эта глубина. Ага. А вы не против, если мы тогда сюда подъедем, на машине встанем? Да. Ага. Если профессионалу местному два карася за утро, то мне, обязательно повезет. С Днепра, да? Ага, я понял. Ну, на велике приехали, да, половили. Ну и мы из Харькова приехали. Думаем, да, ну а что за карасем? Да, там, не тот карась, да. Тут вот надо Днепровского попробовать. Ага. Ага. Ты сюда привез. Ну а что не попробовать, да? Мы бы туда бы поехали. Я говорю, вот так вот же ездим. Да. Это я тоже на Печенецком водохранилище, ну у нас там с Харьковом 25 километров водохранка. Тоже смотришь, ребята с под Полтавы приезжают, такое, ну, интересное. Ага, так знаете, значит, говорите с глубинами порядок. Ну, мелочь карася, он под берегом более чем достаточно. А что вы смотрите? А? Это камера, это я блог снимаю. А, то есть думал... я рассказываю про рыбалку такое. Вот приехал в какое-то новое место, там ловил, ничего не поймал, жаб напугал, уехал. Ну, вот такое вот. Не, на самом деле мы едем под этот самый, мы едем на Пеленгаса, на Азов. Я как бы ловлю регулярно, каждый год в сентябре. Вы уже, собственно, места знаете. Да. Там это получается... просто так душу отвести. Ну, проезжай всегда на скорости, да? Промелся, там смотришь, места классные, разливы интересные. А, ну, ловить не ловили. Я думаю, ну, остановимся на одну ночь, там попробуем. Вот здесь, ребята... Привет, друзья! В общем, наш первый день путешествия за Пеленгасом.
суточная будет остановка и рыбная ловля карася. Выбрали, короче, достаточно прикольное место. Ну, вы видели там на дроне, как мы летали, как все это дело искали. И, собственно говоря, сейчас буду делать то, что уже давно не делал. Это ловить карася на дальняки. Посмотрим, что с этого получится. Я думаю, что постараюсь здесь испытать дальняки, фидер и поплавочку. Глянем, что будет. Нашлись профессиональные ножницы, потерянные год назад. Короче, судя по всему, будет ролик. Делаем дальняки своими руками из давно позабытых снастей. Что-то сейчас нагородим, что-то накрутим. Не зря я их не выкинул еще лет 10 назад, все эти пружины, когда фидером обзавелся. Послужат они. Ну и, конечно, с самого начала, до начала любой рыбалки, мы готовим подхват. Практика показывает, нужен при любых обстоятельствах. Возьмем вот такие вот рогачики для подставки, для регулировки. Сюда сейчас мы навесим сигнализаторы. Я всего два дальняка заброшу. Как бы мне не критично, там огромное обилие рыбы. Если что-то клюнет, уже будет хорошо. Девать ее особо некуда. Чисто спортивный интерес. А, не, неправильно. Не превышаем норму количества крючков. Во. Действуем согласно рыболовным правилам. Ребят, будем бросать две удочки. Одну я брошу вот так прямо, вторую вот в том, вот в том направлении, на два места. Ну и обе они здесь сойдутся. Соответственно, будем смотреть, что у тебя будет клевать. Ребят, вчера я наварил мастырки вечером. Ну так, чтобы хватило. То есть здесь где-то килограмм, кило 200 мастырки. Отлично. Запах такой гороховый. Ну, с тестом, естественно. Тут манки 50% точно. Как бы в качестве приманки в кормушке будет мастырка. На крючок опарыш и червяк. Ребят, в общем, один заброс. Вот та удочка. Я даже не знаю, на скольки метрах она лежит. На глубине метров 6 или 7, ну очень глубоко, я, наверное, переброшу впоследствии. А вот здесь левая удочка лежит где-то на глубине метра 4. Глубина тут серьезная. Я думал, честно говоря, тут по колено. Ну, как бы тоже глянем, что тут будет. Друзья, решил попробовать еще на поплавочку ловить. Пока что дальники стоят, толку никакого. Уже, наверное, часа полтора, но сейчас обед. Короче, насчет этого залива я крепенько ошибался. Штука весьма специфическая. Глубина заброса одним дальником где-то около 8 метров. Глубина в месте, где лежит дальник. Но я считаю, что это чересчур глубоко, надо будет ближе к берегу. Второй где-то метров 7-6. Ну, короче, вот что-то такое. Под берегом вот здесь на расстоянии 5 метров, 5 метров глубина. Вот буквально от камыша еще метра 4, 3-4, и там 5 метров глубины. Поэтому сейчас сделаем такой фокус. Короче, с помощью резинки на удилище, да, я намечаю глубину поплавка. То есть на какой глубине стоит поплавок. То есть это будет дно. Если у меня в ходе рыбалки, ну, что-то пошло не так, там сбилась глубина и так далее, я ее легко по вот этому, по этой резинке выставлю глубину. Ну и, соответственно, буду ловить с нужной глубины, не буду там ее вымерять. Удобно, рекомендую. Рекомендую пользоваться универсальной резинкой канцелярской. В качестве прикормки на это место бросим несколько кусочков мастырки в район поплавка.
Ну и добавим комбикорма для карпа. Вот. Короче, ребят, первый улов на Самаре. Такая замечательная уклейка. С 5 метров. Перепробовал все. Короче, дальняки вообще молчат, глубины 6-8 метров. Бросил под берег на глубине метров 5. И вот плотва тоже где-то с 5 метров. Ну, до этого было несколько поклевок этой уклейки. Уклейка с 5 метров обдирается. Ловко, ребят. Короче, хватает вот такая плотва. Карася пока не видят. Раз, вот это не то, что. А? Плотва. Ребят, ну уже покрупнее, ну в целом. Плюс-минус, конечно. О. Подруга ушла с крючком. Туда ей дорога. Видно, перетерся крючок. Ну, в общем, карася как-то не сильно было заметно. В основном это клюет плотва и уклейка. Ну ничего, всегда интересно побывать на новом месте, тем более, что впереди. Ребят, готовим скромный ужин на речке, на Самаре. Ставьте класс. Вот, ребят, буквально там минуту назад закинул. Что происходит? Любой заброс на любую приманку фактически. Ну, единственное, что кукурузу не брал, там горох и кукурузу не брал. Куки. Этот самый, два вида куков, опарыш, мастырка, червь навозный,
результат приблизительно один и тот же. Вот сейчас заброс, разный размер крючка, крупный крючок, мелкий крючок. Либо сбивает, внимание, уклейка почти с 5 метров глубины, либо это самое, либо бьет плотва. Карася пока что нет. Ну, я вот с людьми разговаривал, ну, как бы и приехал сюда с утра. Вы видели ролик с мужчиной, разговаривал, он там просидел. В общем, просидел он крепко, он поймал 2 ладошечных карасей. Карася не видел. Есть такие выкладки, как бы идут часто. Выкладывает, ну, вы сейчас увидите 100%. Но не результативно. То есть, либо плотва, карася практически, ну, карась не, пока что не попадался. Дальники вообще глухо стоят. Притом тут какие-то совершенно странные глубины. Первый раз бросил. Сейчас я вам скажу, какая глубина была. Порядка где-то 10-11 метров. Глухо. Это на правый дальний. На левый бросил. Левым где-то глубина была около 7 метров. Тоже глухо. Через 2 часа поперезабрасывал. Все думал, там пообъедал. Ничего, все целое абсолютно. И опарыш целый, и червяк целый. Насаживал кук. То же самое, все целое. Ничего не происходит. Перебросил на глубину где-то порядка там около 6 метров дальники. Ну, то есть ближе к берегу. Бросил там метров 20-15 от берега. Глухо. Ни одной потяжки вот за целый день не было. Ну, я переставлю сюда один дальник, как бы на ночь, а второй, ну, будет стоять на своем месте. Не знаю, наверное, на червя попробую. Вот, легкое покачивание, что-то бьет. Да, интересно, тут рыба есть. Утром, наверное, сниму, она под самым берегом, солнечный окунь. Вот таких вот размеров рыбка, это будет меньше ладошки. Это, наверное, самый крупный экземпляр вот такие вот. С таким пятном специфическим. Вот, пожалуйста. Колебания поплавка идут и все.